Всем майот, пацаны! И сегодня мы от вот такого звучания. Перейдем в итоге к такому звучанию. А меня по-прежнему зовут Стас Гарфрот, и приступаем. Темп 190... Просто 93, без 100 ударов в минуту. Наш главный инструмент на сегодня — это контакт. Этот трек мне в первую очередь понравился своей атмосферой и гармонией, то есть и аккорды интересные, и звучание классное. И в воссоздании всего этого нам поможет библиотека Noir, ну или Noir, в зависимости от того, как вы произносите полубой шафте или полубой шоте. Инструмент Grand Piano Dusky. Color... добавим. Перейдем в Piano Roll, и наш скейл на сегодня переехал во вкладку View. То есть раньше был отдел Helpers, теперь есть View, и внутри здесь уже раздел Helper, в котором мы выставим F major. Аккорд Fa major звучит вот так, и наша последовательность аккордов будет идти так: Fa, G, то есть соль, потом ля, то есть А, и потом B. И пофигу, что B не входит в скейл. Как бы все, что вы здесь увидите, это все плод моего воображения. То есть я как трек услышал, так вам о нем и рассказываю. И эти аккорды не будут звучать так. Мы будем добавлять к ним дополнительные ступени, типа... Слышите? Джазом запахло. Потому что это септаккорд. Следующий аккорд — это G мажор тоже. И здесь мы добавим вот эту ступень. И еще D перенесем, то есть дублируем на октаву вниз. И здесь у нас уже ля минор. Обычный минор, не септаккорд. Просто мы нотку E, которая у нас уже входит в аккорд, продублировали еще на октаву вниз. А вот B минор у нас вот так и... Да, мы взяли дополнительную четвертую ступень, сбросили ее на октаву вниз. И нотку D тоже дублируем на октаву вниз. Только нужно нажать Alt-S. Собственно, вот такие настройки и ок. Жмем Accept. Клонируем наш контакт. У нас всего их будет 3. Добавляем Sound Design Taurus. Ctrl-C, Ctrl-V в новом паттерне. Только мы его сократим очень сильно. Вот так хорошо. Убавим. Alt зажимаем колесо мышки. Теперь еще раз клонируем контакт и добавим третий звук, который будет единственным неразвернутым звуком. Vintage Noise Box Field. Волшебно. Так давайте еще убавим немножко. И первый и второй контакт сбросим на один канал микшера и чуть-чуть поколдуем над ними с помощью, например, Сатурна. Tube Clean Tube усилим, но не все, а только вверх. Ага. Ну и можно еще добавить Retro Color. Noise отключим, воблу чуть убавим и... Просто чуть-чуть низ уберем у сатуратора. Теперь берем паттерн, в котором только первое пианино, и закидываем его в плейлист. Выделяем Ctrl-Alt-C, Enter. Теперь все это реверсим вот так вот. Нажимаем вот сюда. Chop, chop, time based in bars. И поскольку он развернулся, то есть сначала стало концом, все это сейчас развернем обратно. И повторим абсолютно такую же процедуру со вторым контактом, то есть вот с этим. И добавим сюда третий инструмент. Пока звучит не совсем как в финале, но мы к этому придем. И как обычно, скачать этот проект вы сможете у меня в инстаграме по ссылке в описании, как только это видео наберет 3333 лайка. И из моего инстаграма по ссылке в профиле этот проект вы сможете легко скачать. Так что если вам уже нравится эта мелодия, понравился трек или нравится видос, то смело ставьте полностью заслуженный лайк. Теперь все это дело сбросим на новые каналы микшера. Начнем с самого интересного, вот этого инструмента. Первым делом на него кидаем RC20. Noise отключим, воблу убавим и отпилим низ. Space на максимум и убавим decay чуть ниже середины. О, ну и громкости. Но это не все, мы добавим второй ревербератор, потому что мы можем hall, bright hall. Pre-delay убавим. И чуть-чуть убавим низ. Теперь пианино. На пианино мы добавим, наверное, давайте добавим эко-бой. У него есть интересный пресет, который нам тут подойдет. Он такой тоже немножко кривой, лоу-файный. После этого добавим еще Vintage Verb. Тоже Hall Bright Hall, только чуть изменим его. Отпилим низы побольше и микс убавим. Потому что нам не нужно добиваться такого же эффекта, как на прошлом звуке. Теперь Little Radiator. Noise выключим, хит. Главное, чтобы не хрипело. А вот сюда RC20 в первую очередь. Я хочу добиться эффекта, чтобы и пианино, и вот этот дисторшн звучали как единое целое. Не то. Давайте добавим еще Сатурн, чтобы ярче сделать.
Я понимаю, много обработок, но... И чуть-чуть спейса. Еще давайте немножко эти звучки все сократим. И здесь вместо transient выберем generic. И во втором звуке тоже generic. Declicking mode. Начало тоже чуть-чуть отпилим. И немножко отодвинем их. Да. Чтобы как бы создать небольшую паузу между тем, как закончился уже вот этот реверснутый звук и начался вот этот типа суператмосферный ревербнутый звук. А на этом суператмосферном звуке поставим A1 Stereo Control, это бесплатный плагин с классной функцией Save Bass. Он из сайт составляющей выпилит все низкие частоты, ну до 500 Гц, если мы поставим так, и соответственно до 200, если так. Теперь соберем все это на один канал, чтобы потом и сайдчейн было удобнее сделать. И давайте тоже один стерео накинем. Включим Save Bass. Вот как-то так. И вот такое звучание инструментов уже приближено к финальному. И теперь я прошу вас сделать одну очень важную вещь. Подпишитесь на канал и включите колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о моих новых видео. Видео у меня выходит нечасто, ленту я вам не засорю, вы только выиграете. Подпишитесь на канал. Чуть-чуть промотайте видео, кнопочку подписаться нажмите, очень приятно мне сделаете. Продолжим. Добавим ударные. Займемся хай-хетиками, потому что их тут дофига. Да. Угу. Еще тут есть перк. Ну, опять же, я что-то такое услышал. Ему давайте включим нормалайз. Очень сильно отпилим все. Потом вот так. Клип включаем, буст. Еще появляются позже вот такие вот хай-хетики. И здесь пробежечка на 1/3. Так, вот так, вот так. Здесь тоже пробежка, только повыше. Переключаемся на 1/2, вот так, вот так, вот так. Да. Можем нажать Alt-R, чтобы что-нибудь произошло прикольное с Velocity, Accept. И еще все эти хэты распанорамированы по-разному. А вот этот останется по центру. И сбросим все это тоже на микшер. Бас я выбрал вот такой вот, там тан-тан в начале. Покороче, тун-тун. Чтобы между первым и вторым ударом была маленькая пауза, так круче. Потом D. И уже D-D. Эти звуки тоже можно чуть покороче сделать. Здесь D, G. Вот так, по-моему. Тун-тун. Кик отыгрывает еще проще. Вот так, потом вот так, потом вот так. И все. Снэр, как обычно. Все это тоже сбросим на микшер и расположим все это в каком-нибудь приятном порядке. Так, сначала соберем групповой канал хэтов. Вот он. И, конечно же, вот этим хэтом покрутим Shift. Для ебойности, конечно же. И теперь тоже очень важная штука для всего — это реверберация на снэр. Создадим канал Reverb, на него закинем Valhalla Vintage Verb, и я на этот раз хочу пресет просто снэр холл. Берем снэр и отправляем на этот канал. Причем посыл снэра я здесь трогать не буду, я подстрою его громкостью, и потом на этот же канал покидаю хэты. Сделаем подлиннее. Еще длиннее. 5 секунд это ужасно длинно, но нам подходит. Чуть-чуть низ отпилим. Да, вот так. Чуть убавим канал весь. Ну давайте еще сделаем одну штуку. На 808 бас тоже закинем Little Radiator. Noise выключаем. Хита добавим. И микс убавим. Немножко убавим 808 бас вот здесь вот. Теперь сделаем сайдчейн от кика на инструменты и на бас. Sidechain to this track и sidechain to this track. На инструменты кидаем Fruity Limiter. В режиме компрессора правой кнопкой мышки выбираем здесь кик в разделе sidechain, ratio на максимум. Трешхолдом ловим громкость. И релиз капельку убавим. Теперь то же самое для 808 баса. Еще на канале с ревером я тоже поставлю канал A1 Stereo Control. Save бас на максимум, пофигу. И в целом сделаем поуже. Да.
Еще я заметил такую штуку, что в самом треке хэты очень сильно разбросаны по сторонам, и поэтому мы на канал с хэтами закинем и мейджор. Только не А1, а озоновский. Бенд подвинем, вот так, включим стереоайс. Довольно сильно я применил его, и теперь нужно убавить хэты, потому что из-за этого они вывезли. На мастере на клипере добавил чуть-чуть гейна. Этот клипер, он бесплатный и выгодно отличается от Fruity Soft клипера тем, что у него есть ручка входной громкости, и типа можно ее просто добавить. И добавим кик еще. И добавим снэр. Во. Чуть-чуть убавлю пианино. Дисторшн тоже чуть убавим. Шикарно, шикарно. Мне очень нравится. Теперь давайте все это раскидаем по паттернам. И сделаем структурку, как в треке, точнее, я ее сделаю, потом вам про нее расскажу. Вот такая у нас структурка. Начинается все вот с мелодии, потом вступают хай-хеты, первая часть, вот такие паузы. Такие довольно прикольные, типичные приемы. Еще в двух местах мы используем плагин Cassette Transport. И вот здесь вот мне пришлось сделать Make Unique для паттерна 808 баса, потому что у нас здесь играет вот эти аккорды с басом. И здесь вот... И начинается все то же самое, только с дополнительными вот этими хай-хетами. Этот пью я сделал за счет того, что поставил нотку на F6 длинную, сделал к ней длинную слайд-нотку на F4 с такой же громкостью и добавил еще одну слайд-нотку чуть пониже с громкостью, выведенной в ноль. То есть, когда вот эта слайд-нотка вступает, она такая оп и схлопывает громкость. На канал со всеми инструментами закинем бесплатный плагин Cassette Transport, Switches Volume и Rotor Volume убавляем в ноль, Playtime выставим 1/4, Stop Time на минимум. Теперь нам нужно настроить для этого автоматизацию, поэтому жмем вот на эту кнопку, жмем на Stop и правой кнопкой мышки Create Automation Clip. Повторяем, жмем сюда снова, жмем на Play, теперь Create Automation Clip. Теперь делаем вот так вот, Play начинается у нас вот здесь вот, а здесь отключен. Stop, то же самое, только наоборот. И тогда, да. Типа вот эти два клипа автоматизации, один управляет кнопкой стоп, то есть когда на 100% кнопка нажата, когда на 0% отжата. И, соответственно, это то же самое для play. Теперь нам нужно вот в этом месте повторить такую же фигню. Немножко заморочено, но, честно говоря, чтобы этот плагин 100% нормально работал, менее замороченных автоматизаций я не придумал. Если вы придумали, то напишите это в комментариях, я только рад буду. И это будет... И вот с этого места у нас пойдет уход типа под воду, но как бы просто low pass. Для этого на мастер закидываем бесплатный плагин Dirty Filter, Drive убавляем в ноль, жмем вот сюда вот снова и крутим LP, Create Automation Clip. Ну как-то давайте вот так, вот так. Нормально. И еще нам нужно сделать так, чтобы этот dirty фильтр, он же все-таки dirty, а нам на мастере ничего dirty не надо. Нам нужно, чтобы он включился вот здесь. Поэтому на его драйвет правой кнопкой мышки Create Automation Clip. Все это время он будет выключен, а здесь включен. И финальная фишка в структуре. Для этого нам понадобится снэр и хай-хеты вот эти. Ctrl-Alt-C. Ресэмплим, то есть их. И получившийся реверс. И нам нужен маленький вот этот фрагментик вот сюда. Вот так. Ну и, конечно же, озон на мастер. На первом месте динамика Q-Low End Control. Два клика сюда, два клика сюда. Вот это поднимаем чуть-чуть, и вот это поднимаем чуть-чуть, просто чтобы убавить действие этого пресета. На E-Majory Enhanced Space. И на максимайзере вы уже традиционно видите все настройки на экране. И перед тем, как мы послушаем этот, надеюсь, по вашему мнению, шикарный биток, напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в стиле новой школы и трэпа от А до Я, который в том числе подойдет и новичкам. И чтобы его заказать или узнать о нем подробнее, напишите мне. Можете написать мне ВКонтакте в личные сообщения или в директ в Инстаграме. Так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс. И если это видео показалось вам чуть-чуть полезным, капельку интересным или просто понравился биток, то смело ставьте полностью заслуженный лайк. И чтобы не пропустить
пропустить новые видосы с разборами битов, новые видеоуроки по FL Studio или просто какие-то битмейкинг видео, обязательно подпишитесь на канал, кнопочка подписаться есть внизу. Прямо сейчас немножечко промотайте или выйдите из полноэкранного режима на телефоне и нажмите кнопочку подписаться, мне сделается от этого очень приятно. И на этом у меня все, с вами был Стас Гарфпрод, надеюсь, вам было интересно со мной в этом видео, буду ждать вас в следующем, пока.